В Первоуральске вновь пройдет утилизация. Акция по сбору вторсырья состоится в ближайшее воскресенье на площади Победы. Эко-волонтеры надеются, что в этот раз еще больше отходов получат вторую жизнь. Это будет такое действительно камбэк. Целый год мы не появлялись в центре города, поэтому действительно мы ждем всех из разных районов, чтобы им было удобно принести. Как раз мы и проводим на площади. Экомобиль для сбора отходов будет ждать горожан 20 марта с 11 до 13 часов. По традиции общественники будут принимать макулатуру, металлолом, батарейки, пластик первой и четвертой фракции, а также полиэтиленовые пакеты, которые используются в магазинах. Собранное вторсырье организаторы акции «Общественное движение «Город первых», созданное при поддержке Первоуральского мануфактурного завода ТМК, отправят на специализированные предприятия для переработки, а вырученные средства перечислят городскому приюту для животных. Цель предприятия – популяризация волонтерской деятельности и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Добавлю, что в этот раз на утилизации не будут принимать ртутные градусники, люминесцентные и кварцевые лампы. Сбор опасных отходов активисты проведут позже.